Итак, всем трям и доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то, не знаю, там поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, а то и подпишись, еще и на колокольчик нажми. В общем, поддержи канал, как можешь. Тебе не сложно, а мне приятно. Ну что, продолжаем нашу эпическую битву добра со злом. И, собственно говоря, сейчас нас ждет оборона лор, как его там. В общем, вотчины эльфов. Которой, кстати, в фильме не было так-то. Но здесь она есть. Ну а что? Почему бы и нет, в конце концов? Что, плохо, что ли? Эльфийские лучники. Самые из, так сказать, пеших ребят, самые крутые лучники из всех. Да, вот тут мы бежим. А, Лот Лориан, все вспомнил. Да, да. Очень опасные для нас ребята. Прям трындец какие опасные. Да что ж, морды бить, что тут делать-то? Не-не-не, брось отсюда. Гендальф, кстати, почему-то уже белый. Что немножко странно. Потому что Гендальф вообще-то есть специально этот. Давайте, давайте. Разбираемся, разбираемся, не тупим. Вот я говорю, проблема хоббитов. Потому что они вместо того, чтобы драться, могут стоять и тупить, блин. Вот именно. Какие нахрен люди Запада. Так, задача. Ну да, добраться до Лутлориана. У Гэндальфа есть своя ачивочка. Вот она. Повышение эффективности боевых способностей Гэндальфа на 100%. И восстановление способностей двукратное. То есть минус 50%. Ну, понял. Ну что, двинули потихоньку. Берем эльфов. И вперед. Да-да-да. Время на исходе, бла-бла-бла. Все, скоро мы все умрем. Так вот, эльфийские лучники. Из пеших лучников, имеющихся, это самые мощные ребята просто. Ну, собственно, я думаю, вы и по фильму помните, насколько они хороши. Ну, видите? Раз, два, три, все. А если этим ребятам еще и прокачать все их вот эти плюшки, броня, огненные стрелы и так далее, называется, ох ты ж, боже ж ты мой. Получается такая имбища. Что просто... Ну, в общем, они очень классные. Но, к сожалению, они у Рохана, а не у Гондора. А у Рохана есть свои классные лучники. Это ребята на конях. Они, к сожалению, лучше, хотя бы потому, что быстрее на лошадях. И плюс у них есть очень шикарный эскейп. В том плане, что... Это, ну... Мы слышали, что орки уничтожают наш лес. Лесопилки, хрен с ним. Мне больше золото интересует, которое тут выпало. Лесопилки — это доп. Задание, по-моему, да? Дополнительно, да, все вражеские лесопилки, да, это доп. Задание. За эти самые лесопилки нам даются ресурсы, вот тут они, 3500. Это палантир, типа. Типа. Вам пора, да. Закупать рассаду. Вам пора и нам пора. Кто помнит, откуда это, тому привет из 90-х. Братство кольца, сюда! Точно. Через мост. Бежим. А он у вас неподъемный? Жаль. А было бы неплохо. Мы должны построить казармы. Нам нужны новые войны. Да не вопрос вообще. Надо действовать без промедления. Короче, суть такая, что нам сейчас надо пособирать. Короче, сейчас мы вот всех загоняем сюда, а Леголаса заставляем бегать. Казармы построены. Теперь нам нужны новые войны. Да-да-да, нужны, кто ж спорит-то. Заказываем по максимуму, потому что ни на что больше здесь деньги не нужны. Заставляем Леголаса бегать, собирать, потому что он в этой кодле... Самый шустрый. Собрал? Да, собрал. Вот. Сейчас мы еще докучим. Проблема в том, что тут очень много этих золотых сундуков. Идут, идут. Так, ребят, давайте назад. Нифиг тут. С севера идут гоблины. 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 Гоблины море. Так. Заказываем.
Так, еще берем. Это не помню, тут как-то... А, можно крутить, вот, все, вспомнил. Мы поможем вам биться против Саурона. Поможет. Соберите войска и приготовьтесь к нападению. Да ничего не надо делать, это гоблины, тоже мне великая проблема. Мы поможем вам биться против Саурона. Есть. Надо действовать без промедления. Вперед! Мы поможем вам биться против Саурона. Атакуйте! Не медлите! Мы победим в этой войне! Бегом сюда, эльф. Следите за врагом. Так, вы двое, давайте сюда. Эльфы, сюда. Берегите стрелы. И сюда. Ну, в общем, развлекаемся как моем. Ой! А кого убили? Зло набирает силу. Не обратил внимания, кого убили? Вот те раз. Ой, блин. Ну, в этой миссии у меня, кстати, всегда проблема. Все время я тут лажаю. Ладно, извиняюсь. Такие дела, брат. С хоббитами надо отдельно, блин. Тут они настолько лажовые. Ебу. Эй, враги! Враги рядом! Фондор должен выстоять! Вы должны быть готовы! Убейте марийских гоблинов! Да-да-да. А-а-а, понятно, что случилось. Эти балбесы все были с этим. Они все были с... ближним боем. Ладно, давайте сейчас. Ой, да ладно, еще как выстоять. Ясно, кого-то из... кого-то... на кого-то не обратил внимания. Ну ладно, фигня война, справимся. Понимаете, я все время хочу вот этих ребят прокачать побыстрее, потому что и вывести их из боя нафиг. Но тут не получается, потому что, ну, блин, ну потому что. Ну где я тут? Я помню, должны вылезти. Ой, все, засада. Действительно, гном всех выручит. Да доберетесь вы до лот Лориэна, доберетесь. Я говорю, проблема хоббитов именно вот в их прокачке. Они очень слабые, терять их нельзя пока что. Потом-то можно будет, да. Но сейчас нельзя. Прокачать их нужно, блин. Это проблема. Ай, вы куда? Болезные. Что за развороты на месте? Пил. Бах-бах-бах. Ты дышь, бум-бум-бум-бум. В общем, нам за это сколько-то денег дали, насколько я помню. Слушайте, вражеские лесопилки, бла-бла-бла. Вот я, знаете, что не помню. А можно ли вот... Нет, здесь нельзя пройти, к сожалению. Иначе... Ой, извиняюсь за мой французский. Иначе я бы, конечно, совсем по-другому поступил. Я бы обошел вот этот лагерь, спокойно атаковал бы эти самые лесопилки, потому что это дикий геморрах потом атаковать. Видите, здесь-то можно пройтись. Но в целом можно сразу сюда всех отправить. Действительно. Че я парюсь? Сразу надо отправлять. А эльфами как-нибудь соберем сейчас все золото. Не такая большая проблема. Нам нужны новые войны. Да. Нужны. Никто и не спорит. Они вам очень нужны. Так нужны, что хоть вешайся. Не теряйте бдительности. Так. Следите за врагом. Казармы построены. Здесь нас никто не забит. Ну подожди, а. Соберитесь всей кучей. Так, тут у нас что? Отбейте. Да. Слушайте меня. Вот сюда подтянитесь. Следите за врагом. Так, тут у нас быстрее. Идет сбор. Давайте побыстрее. Так. Я знаю путь. Быстрее. Путь он знает. Рад за тебя. Быстрее. Знаешь, так веди. Не упендривайся. Да, точно. Мы идут. Встаньте. Никто не спорит. Следите за врагом. И привлекайте внимание. Так, где еще золото? Золотишко. Тишка. Тишка. Сюда подходим. И атакуем. Пока что. Пока есть возможность.
Пока что есть возможность. Так, этих заказываем только тут. Потому что... Ну, потому что... Потому что... Потому что так удобней. Они здесь сами неплохо справятся. Так, подойдите ближе. Вот это, кстати, очень большая проблема игры. Если вы обратили внимание, вот эти отряды, они могут друг с дружкой, так сказать, совокупляться. Шучу. Они, короче говоря, объединяются. Одни эльфы становятся пехотой, другие эльфы становятся лучниками. Это самое галимое, что только может быть, по одной простой причине. Потому что... Ну, потому что разделить их потом нельзя. Это реальная проблема, ребят. Разделить нельзя, и в итоге ты просто теряешь. Так, враги наступают. Это плохо, согласен. Ну вы что, серьезно, что ли? Чё-то вообще такого не помню. С севера движутся пещерные тролли. С какого севера? Готовьтесь! Давайте ближний бой. Я не знаю, вы что тупите так, ребят? Что с вами? Куда вы бежите, я не пойму. Что происходит? Да. Что-то прям вообще все плохо. А я еще и не все собрал, да? А, черт. Быстрее ветра! Мы поможем вам биться против Саурона. Что-то все очень плохо. Ну давайте бы... Где вы там, ребят? Алло! Давайте, давайте. Разбирайтесь. Не тупим. Так. Мы остановим тьму. Хорошо. Молодец. Ага. Да. Ты-то, вы-то тут при чем? Блин, где эльфийские эти? Ctrl 3, давайте, идите сюда. Здесь просто всех сносят. Ну, сами видите, да, насколько... Огромная разница между разными войсками, хочу сказать. Да ничего он не прорвал, не надо тут ля-ля. Сейчас справимся как-нибудь. Северо-западный это какой? Я уже слегка запутался. В целом, на самом деле, какой-то особой обороны здесь просто нет. Но вы сами видите, да? То есть, тут еще одно золото. Вот еще одно. Да, давай, давай. Здесь им не пройти. Здесь полно опасности. Ты надолго запомнишь этот день. Ну-ка, цыц. Нечего тут выпендриваться. Вон с этим разберитесь. Так. Держите оружие наготове. Давайте еще. Здесь нас никто не зайдет. Кимли. Не тупи. Не тупить. Нечем мне тут с ума сходить. Проблема, что враги атакуют. Сложновато немножко отслеживать, конечно. Ребят, давайте, давайте, не тупим. Следите за врагом. Мы встанем так, на защиту среди где-то земли. Есть еще золото? Кто-нибудь видит? Я не вижу. Так, ну либо я все собрал. Я в целом это, конечно, не проблема, что все, все собирать тут не надо, как бы. Задача такой не ставится, вроде бы, как бы. Но это даже не задача, это, как сказать, нужная необходимость. Встаньте, встаньте. Меня не должны заметить. Угу. Все, ладно. Уф-уф. Не теряйте бдительность. Давайте Ctrl-3 вот так вот.
Гоблины приближаются к западному мосту. Соберите войска. Готовьтесь к нападению. К какому мосту? Я должен сохранить кольцо. А где север, где запад? Кто помнит? Давай еще одну кучку. Могучую. Могучую кучку. Эльфы, будьте готовы. Ребят, тут вообще сгорают. Надо их отогнать отсюда. Пусть в кучу соберутся. Но вот это вот, знаете, одна из самых, ну, неприятных, что ли, миссий. Потому что, ну, блин, ты... Фактически ты ни на что здесь толком не влияешь. Тебя... Как бы нет какой-то возможности адекватно выстроить какую-то на оборону нормальную, еще что-то. Ну, то есть, блин. Нам нужна помощь эльфов. Бейте! Кольцо! Отбросим этих негодяев. Я справлюсь. Должен справиться. Так, давайте-ка в обход немножко обойдите. И вот сюда. Дедушка Бильбо! Бою! Они не пройдут здесь. Они ударили первыми! Хоббит в гневе страшен! Есть, третий. Сэм, ну получи ты свой несчастный еще кусочек, а? Ну, блин. Черт, неужели победили, и Сэм чуть-чуть не добрался до следующего уровня? Готовьтесь к бою! Готовься! Мы должны защитить наши леса. Ну, это будет не очень хорошо, на самом деле. Если он реально чутка недополучил свой уровень. Тут пипирочку, блин. Сила врага растет. Думаю, нам пора пообедать. Пишите. Да, побед всегда не про... Как это, не поздно, никогда не поздно. К северу. Защитим наш дом. Давайте в кучу подходим. Расстанавливаемся, так сказать. Нам нужна помощь эльфов. Нужна, только денег нет ни хрена. Что-то даже странно. Не помнишь, у меня такие проблемы? По-моему, из-за вот этой лесопилки деньги должны были давать, но что-то нифига не дали. Ладно, главное сейчас никого из братства не потерять. Мы должны быть готовы. Ничего, сейчас, выдержим. Мы победим! Давайте, ребят, давайте. Огонь по нему. Не тупим. Давайте, хоббиты, давайте. Хороший май. Вот, хорошо. Ближе, от хоббиты, продолжаем. Не тупим. Теперь по вот этим ребятам. Молодец. Отлично. Все замечательно. Огонь. Вот так. Продолжаем. Лечимся. Все хорошо. Бомбормер в итоге у меня уровень не получил. Как мне кажется. Но здесь, к сожалению, не тот уровень, понимаете, что... Да-да-да, найдем. Да не вопрос. Тут, к сожалению, не получается по-нормальному адекватно сделать оборону, потому что, во-первых, эльфийские лучники первого уровня, это точно такое же говно, как и любой другой отряд первого уровня. Это не важно. Да, зараза, Боромир остался без уровня. Черт, это очень плохо. Но, с другой стороны, я ему в прошлый раз дополнительный уровень накинул, так что в целом ладно. Ну, обидно. Обидно. Так, лот Лориен я отстоял. Обосраться как круто. Сейчас, по-моему, мне опять дадут. Все ближе к Мордору. Ага. Люди Рохана успешно отражают нападение армии Сарума. Круто. Однако, если им не удастся отстоять Хельмову пать, все эти земли попадут под власть Саурона. Угу. Ну, то есть нам опять предлагается повоевать за Эомера. Предлагается все то же самое, хотя тут есть другие области, но это будет уже в следующем видео, так как я решил, что за один раз будем проходить одну карту, вне зависимости, сколько бы времени это ни заняло. Так что всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, рассказывайте о нем друзьям, делитесь им в соцсетях, в общем, распространяйте, как можете. Пожалуйста.
Ну, пожалуйста. Ссылка на плейлист, на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну, а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде нашей с вами эпической войны добра со злом, света с тьмой. Ну и так далее. Все. Всем счастливо.